потери брата, он мне двоюродный брат. Ну что скажешь, родной брат? В Союзе мы жили на одном улице. Были близки, как он сейчас высказывались. Он всем помогал. Всем. Не только бахирам и людям, которые приходили, и насчет квартиры, и насчет того, кто попал. Этот человек обладал таким чувством, притягивающим человека. К нему все стремились. Я когда приехал в Америку, из всех облотов я первым приехал сюда. Я помню, написал Афидавид сестре, он мне говорит: Эдик, я без работы не могу, а как я буду там? Я говорю: Равик, ты приезжай, я уже договорился. Ты уже завтра, как приедешь, уже на следующий день поедешь на работу. А как своим сыном будет? Я уже тоже договорился, я его к себе возьму на работу. И так и получилось, когда они приехали, Равик пошел на работу к Мише. Да, Равик шел к нам. Ну, я хочу сказать, и здесь, до тех пор, пока я жил в Нью-Йорке, мы жили рядом. Мы очень сблизились. Каждую пятницу я приходил к сестре, они в субботу приходили к нам, очень много рассказывали, смеялись. Человек жизнерадостный. Никогда не падал духом. Он старался сделать все возможное, чтобы его семья ничем не была обделена.